В Крыму зреет новое политическое дело. Его фигурантами стали двое керченских студентов, которых обвиняют в том, что они портили бигборды с изображением российского президента Владимира Путина. Студентов задержали сотрудники ФСБ, сообщил провластному изданию «Крым-Информ» самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов. Подробности дела он не уточнил. Я деталей последствий не знаю. Мне только известно о том, что задержаны два человека, которые портили наружную рекламу, в том числе с изображением лидера. Меры уже приняты. То есть меня интересует однозначно, кто поручал им подобную работу на территории республики, вот важно выйти на заказчиков, тех, кому это было интересно. А то, что студенты просто попадают в среду, могут под влияние попасть, то есть молодые, неокрепшие умы, но они приняли для себя какое-то решение такое незаконное. В любом случае, за это будем наказывать с точки зрения и уголовного законодательства, и административного. Аксенов утверждает, что молодые люди уже дали признательные показания. Теперь, судя по словам Аксенова, от них будут требовать назвать заказчиков. Напомним, бигборды в Керчи с Путиным были испорчены несколько раз в сентябре и октябре. Неизвестные заливали их черной краской.